отношусь к журналу. На 15-й странице есть фотография, которая была сделана в 2008 году, 10 лет назад. Открытие горельефа Дмитрия Федоровича Устинова. Вы мимо него все время ходите, обратите внимание. Я обратил внимание, что здесь не только уважаемые люди, но я прочитал, кто сделал эту фотографию. Фотографию сделал тогда еще студент военмеха Дмитрий Чириков. А сегодня замечательный фотограф не только Санкт-Петербурга, но и Москвы. К нему попасть на фотосессию достаточно тяжело. Так что студенты военмеха, мне кажется, уже везде, во всех сферах. Ну, а продолжаем мы. Локальные студии, которые приходят сюда каждый вечер заниматься вокалом. Локальная студия военмеха.